С ноября на российских прилавках появятся турецкие помидоры. Сейчас они входят в список запрещенных для ввоза в Россию продуктов. Но сегодня Кабинет министров принял решение сделать послабление в ограничениях поставок из Турции. Поставки турецких томатов возобновятся с 1 ноября, но в каком количестве еще предстоит установить российскому Минсельхозу. Тем временем на некоторые товары, наоборот, сегодня был наложен запрет. Постановление Кабинета министров запрещает ввоз из США стран Европейского Союза, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна живых свиней. Исключение сделано для чистопородных племенных животных. Также под запретом свежие, охлажденные или замороженные пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков. Также в перечень вошли жиры сельскохозяйственных животных.